Лапку бы, да. лапку, да. Угу. 29. Угу. Ну хуй знает, по идее не должно уж. В общем, смотри, воет. Сверху забираешь двух мобов, ведешь их к Алисе. Алиса, бежишь сначала налево, забираешь вот этих всех мобов, которые там есть. Бежишь к центру, грипаешь мобов справа и сводите всех мобов к центру. То бишь мы и справа, и слева чистим. А зачем? Потому что мы через справа побежим. То бишь, смотри, тебя не будут хилить в этот момент, Юля там фридом даст по тебе, чтобы ты могла добежать нормально. Так что прожмешь, чтобы не сдохнуть. Друид не хотай, главное. Запускай. Чем могу быть полезен? Да не... А помимо Эвенар есть у кого-нибудь маунт с сиденьем? У меня. Ну, посадишь тогда к себе локо. А, я не знаю, куда бежать. Там звездочку поставьте на ведущего. Или печенечку. Блять, долго оно открывается. Никто не трэш не бьет до того момента, пока я не скажу. А я тут при чём? На ханте сорву. Ты угораешь? Ты чё не разговариваешь, Костя? Вообще, Лексус надо произносить голосом Баттерса. Блять, чё так долго? Всегда так. Можешь побить, если тебя это успокоит. Вон, видишь, ты сразу подошел, он пошел открывать. Кушайте. Налево сначала. Беги, беги, Эвенар. Налево, потом направо. Фридом. Лужу разливай, воет с воды. Все, хилить можете. Мобов только с Юли заберите. На пол. Все, можете бить Геру. Пиздец, Володя неактивный. Энергичнее заливать как-то.
Лок, повесь на себя СС, как трэш допьем. Вешай на себя СС, Юлиан напер. Подожди, я его на панели вынес. Не знаю, куда ехать. Беги просто за мной, я побегу. Танки на позицию. По моей команде вперед побежите. Вперед, давайте, пошли. Куда ты пошла? Ты чё? Ебать. Направо, блядь. К медведю. К медведю. Угу, понял. Юля, дашь по мне диван, если добежишь? Давай диван. По-любому. Ты она сдохла уже. А, ну все, красиво уже. Я могу притвориться, в принципе, если меня нету. А чё по уклопу вначале сдох? Тем более. Да, надо обновлять. Я же говорил, первый медведь. Почему кто там звездочкой был обозначен, побежал на птицу? Потому что ты сказал бежать вперед. Чё, смотри, там, давай. Надо, да? Да, да, выходим, обновляем. Блять, Володя умер. Обновилось? Нет. Бонзай. А вышел. Теперь это будет понятно, если я говорю вперед, это значит на медведя. Я просто все время, сколько ходил, по такой тактике только бегал. Это как на медвея, только на медведя. Ставь рыбу сразу. А нахуя нам рыба, если мы сдохнем опять? Нам для того, чтобы дольше прожить. Нам ХП надо, чтобы мы пробежали нормально. Может... А, ну блядь. Логично, да? Там всех приставов зацепил. Угу. Там, может, слишком рано тыкать. То есть, в принципе, можно, короче, шмот переодеть, да, в этот нарез, который у меня есть? Побольше ХП будет, когда бежим. Да. Когда бежим, да. А, 35 у меня осталось. Как у меня сейчас хилит. Так, у кого еще есть желательно пет с этим? Чтобы, допустим, кому-то другому... Почему Лок сам не может побежать? Он дороги не знает. Лок. Ты сможешь там добежать? Инту, лапу. Пан, прием. Сможешь там добежать? Алло, 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 я слышу. Нет. Я смогу сам. Хорошо. Хорошо, тогда просто по тебе Бог дадут. Успокойся, голова мира. По-моему, мы крайне хуёво запустили. Да, мосса нету. Я выхилю, наверное, одна. А куда он делся? Зайдет. Угу. Он в дискорде. Что-то хп меньше, лап, что ли, нет? Да. Да, мосса нет. А на крик на хп никак? Есть, висит. А, да, точно вижу. Он успеет хотя бы зайти до того момента, как мы босс ударим. Может, дай лапу и быстрее на маунты. Забыв идти 8. Все вроде. Снимите с себя вот, вот эту хуйню, что он накинул будет народ.
Жди, пока трэш соберут. Своди. Можешь хили. Гера. Бейте трэш. Пиздит. Ой, блядь, хули. Там станешь? Крикс, беги. Драгна тоже. Только сейчас нет, не ступите, то что побежать надо направо. Там СС откатилась? Нет. Ну тогда просто беги сзади всех, чтобы тебе боб дали. Все подбежали к ханту. Дальше никто не спускается. Войд, выйди вперед, чтобы вместе побежали. Первая Алиса, ты второй. Все, все пошли вперед. Вперед и направо. Еще правее, да. Теперь лево. Боб. По локу. Боб по локу. Он еще не добежал через стену. Будет там три человека, которые смогут засумонить. Диван дай. А, все, а хули толк? Драгма там будет. Да-да-да, сейчас скажу, когда встать надо будет. Рано еще. Крикс, тебя оттуда виднее или ты снизу сдох? Я снизу, а чё? Все, сейчас, секунду. Тотем он пойдет сейчас. Секунду. Не вставай. Давай масс-рез. Кто умер далеко, встаем. Сразу же. По одному выберите цели, сумоните. Чтобы быстрее было. Сразу шкаф колдуй. Живс есть кого-нибудь? Сумоньте активнее, чего? Слон есть. О, вот слона. Ставь рыбу. Бафа. Войд заберет двух мобов с метками, с черепом и крестом. Лиса заберет без меток. И отведет стол. То бишь, примерно где трусы будут стоять череп-крест, чуть левее будут стоять безметочные мобы. Давай, пуляйте. Бафы, походу, делают. Войд хп. Никто не подходит, они кливые. Спиной, спиной отверни. Спиной отверни. Играют по черепу все изначально. Войд, сможешь на 500к по черепу стан дать? Ага. Блять, Володя умер, пиздец. Стан давай. Продлите стан еще один. Тотем сбейте. Иду. Ну сбейте, иду. Thank you.
Ох ты ж тварь. Ну, странно, да, было то, что я сказал, они кливают, а ты стоял под лицом? Да вообще не трогали меня. По крестику играют. Все. Ты знаешь, что такое клиф? Я знаю, что такое клиф, но они меня не трогали. Я тут стоял Почему спокойно. Это, да. Дима, не знаешь, что такое клиф. По крестику на 500к также стан. Как кончится стан. Идол сбейте. По черепу все играют. Мой, среснешь его сам, ладно? Я обману, сяду попить. Только не Берри, вот сейчас убьем трэш. После этого вот поставь рыбу. Стан на 500к. Стан, да, не забудь. Ебать! Я еще раз прошу про ремонт, он будет или нет? Будет. Пиздец, как мы их долго бьем. Вообще дамага нет. Угу. Надо было мне тупо за вару идти и не ебать. Стан. Да. Вот чтобы вот этого не было, нужно стан давать. Вот этот моб тоже, по-моему, кливает, так что не стоит теперь длить. Быстрее добиваем. Ну тут 3 сундука, по-моему, не светит. С таким уроном нет. Ставь быстрее рыбу, поднимайте его, рибаф и джифс. Воет, воет, не стой, давай, Макс, рыбу, рыбу. А, все. Давайте рибаф повару, сами рибафайтесь, кушайте рыбу. Сейчас, короче, покажу, где будет босс стоять. Тогда Эвинар будет танчить форму медведя, воет обычно. Какие фласки пить? Здесь ДДшные. Воет. Вот так становитесь оба. Ну понял. Ты обычную форму держишь. Эвинар держит медведя. Прожаться не забудь, как медведя превратит. Дайте ремонт. Пуляйте. Ремонт, дайте мне. Ты, я же говорил, джифса поставьте. Ну, ладно. Все спину бьют. Че, раз даем? Алло. Ой. Я же сказал, нет, не даем. Не было слышно тебя. Форма медведя через 5 секунд. Ну, ДБМ пиздит, как я понял. А нет, все, Эвинар забирай, прохил Эвинар, прожмись. Или поставь протоауру, дай мастер аур. Подхиливайся сама. Блять. Геро после фазы медведя. Геро. Да я рот ебал того босса.
У него тут по времени не хватит, 3 сундука. Винар, забирай, прожмись. Подхиливайся сама. Забери. Прохилить, Винар. После того, как босс умрет, все стоят возле босса и никуда не идут. Да я рот его ебал. Крикс, как ты вообще за локой сюда ходил? С болью на глаза. Слезами боли. Нар, забирай. Мужчина, не плачь. Когда, блядь, рогалики тебя на БГ пиздили, что-то ты... Это другое дело. Боевой командирский. Вот по мне, стерео, не надо кидать тебя бесполезный. Типа я суп. Лучше он по дочке. Командирский крик. Написано... 10 поле сильное заклинание. Нет, кидаешь по дочке самурая. По дочке самурая, он тебе, если что, сам проносит. Командирский крик! Да я давал. Да висят крики. Висят крики. Иванзай, не дотерплю я тебя до конца рейда. Блять, ну в идеале вообще на 8 минуте будет. Больше лока бьет, но... Лоб говорил десятку, совсем кадрую. Я сказал, мне нужен ремонт, блядь! Это кто, Лок? Да! Ну так и Винар, говори. Винар, дай слона, ёбана в рот. Твинси, дай слона, блядь. Они же в Дискорде слышат. Нет слона, я еще не забыл. Мамонт этот ёбаный, не слон, блядь. Забери босса. Хватает на 3 сундука, надо просто трэш. Ну, блять, чтоб ты понимал, я обычно когда ходил, ну, за вара закрывал там кому-то. На 8 минуте, или даже раньше, он уже падал. Ну то, ну ладно, да, на 3 сундуке, когда посмотри, мы делали. Не ДПС. Ну я, блять, точно так же, я уверен, что, блять, мой хан дает там максимум 6. 9 кадров. Ну ладно. Винар, забирай. Что-то я нету меткости, мам. Промахи только так хуярят. Дед, я Алисе сокру дала, чуть не отъехала. Спасибо, Моза. Бля, у меня даже мана кончилась, ебанул. Блять, он умрет сегодня. Старости. Собирай весь лот себе после этого. Надеюсь, ты ролик же не собирался сразу. Па. Там дропот стоит.
Почему? А как? На Алисе же должен быть моб. Угу. Все, я сейчас говорю с мобом, быстро собираю лук. Все стоят, никуда не двигаются. Поставьте ему слона, пожалуйста. Жив-за. О, мой плащ. Быстрее, иди, быстрее собрать. Тут шмот за ГП будет или нет? Будет. Я как мы пойдем, если три сундука закроем, ну типа на ЕП. Что там, убирать надо? Все, все, собрали лут, давайте сдыхаем каждый, быстренько. Танки жопой станьте, чтобы вас быстрее сбрило. После этого встаем. Все давайте побежали под аурой ханта, все быстренько-быстренько бегут. Кстати, чисто в теории есть шанс прыгать с сундука. Ну, в теории, да, есть. Но только это понял прям вот минута в минуту. Ну да. На петов садитесь. На левый, Юль. Печеньку ставь. Мы на петуха идем? Да. Дальше трусов никто не бежит. Где трусы тащит? Вот. Ребаф, всю хуйню прохил. Воет, у тебя Т4 или Т10? Т4. Дай тогда прожимку и под прожимкой побежишь. Когда скажу то. Первый побежишь ты, потом Эвенар. Также крик. Также пан, повесь по себе СС, боб по нему кинешь, Юля, когда скажешь. На ХП крик. Все, крик на ХП есть, все готовы. На перекрик. Так, все готовы, да, побежали. Танки вперед. Танки вперед. Второй танк где? Давай, боб. Далеко сейчас. Боб, давай вот сейчас, все. Налево все бежим, за трусами. Заебись, на тебе СС висит, да? Висела же СС? Вставай. Масрез. Масса, вставай тоже. Точно. Я думал сейчас скажешь, что у тебя в этой гильдии нету масрез. Здесь воет спек и СВДД. Кого суманит плюс чё? Мак, поставь стол. Здесь все пьют саппорт обязательно. Даже танк. У кого есть? Саппорт? Черепку обмен. Я дал, правда. Мамонта можно? Ставь рыбу. Поставьте ему уже Дживса, Мамонта, кого-нибудь. Поставь рыбу. Ремонт есть? Перефразируем. Там же ставили. Уже вряд ли будет ремонт. Лучше портуйся куда-нибудь. Ребята, я же вам ставила Дживса. Слона. Поставьте, у кого-то слон был, да, ставьте слона, быстрее, только не тяните. Нету слона, портуйся и ремонтируйся, у тебя слон. Какой портуйся? Подождите, я поставлю джипса. Просто, блядь, на каждом буфе ставить джипса кадене. Чем я ставила на том буфе? Пинитесь все сразу, быстро. РДД, хилы в рейндж вокруг босса встали 10 метров, милики под босс. Все, в принципе. Когда скажу, в черепок сбегаемся, когда ДБМ проносит. Все, пошли. Я охотник, вы добыча. На костер ауру поставить. Здесь похуй. А, драгма поставь эту. Отсел природы.
под сапротом, главное, будьте обязательно все. Нет, сапрота. Красава. Никто не дал. Давали? Да, давали. Костя, да. Ты сюда пришел? В драгму, в череповок все сбежались, быстрее, быстрее, быстрее. Все, разбежались. Давай, Гер. Драгма и Лок, наберите раньше. Лок, уйди, мое место было. А, дай бомжей, Винар, я забыл. Фер надо? Нет. Там бомжи заивейдятся от этой... Точнее, птицы от бомжей. Что так не стоит? Нет, там если только на миликах 300, то можете выбежать, чтобы вас... Ну... Там был, будет шанс, что вас вверх подкинет и перебьет. Все в мили-зону сбежались, быстрее, быстрее. Дай прожимки. Заняли свои места, так стояли, заебали. Все, разбежались, да, заняли свои места, как стояли. Но тут не кливать же их, правильно? Таргет надо мажить. Кого? Ну, чтобы адов не заливать. Просто босса бей, на птиц хуй забей. Я просто боюсь, что наглец. Они заивейдились, там летают всего две птицы, там половина стоит АФК. Из-за бомжей. Вот правда со вторыми вот там хилы попотеете. Сбежали все в Мосу. Где ты? Блять, сейчас не добегу, пизда. Они разбежались. Мили-зону сбежались. Боевой крик. Вот на мне почему-то все время он висит и как бы не спадает. Почему-то. Если есть прожимка, то давай. Череп все сбежать. Разбежались.
в мосту все сбежали быстрее. Прохил, прохил. Бля, чай ебнем. Сбежались. Юля, как убьем, поговори сразу с мобом, чтобы в сундук от... Где он будет стоять, я ведь не знаю. Сзади тебя. Хорошо. Вау. Говорила. Чё то? Ничего. Блять, ну вот говно. Палка с духом. Классная. Палка с духом. Как все соберешь, скажи. Блять, высади меня, ёбаный бот. Умираем сейчас? Сейчас он палку заберет. Что, умираем? Что, забрал? Да. Что, встаем, бежим, да? Ой, ты танк спекнешься. Все за трусами бегут. Моба топни с пульта. Тигра. Прямо меня удивляют твои твоя память. Прохиливайте рейд, давайте бафы, подождите, ничего не пуляй. Давай, Войд, влетай в череп, в Левинара кто-нибудь из вас. Собирайте трэш, ага, красиво. Заливаем первый череп. Да, Томас. Тут кошак забежал, да, заберите, умоляю. Нахуй ты их привел? Тут и без них хватало. Ну, а может не всех собрали? Ай. Так, я под текстуры улеть. Беги. Да, о, вставай, беги. Бегу. У меня, блядь, когда вот шейпер, когда я хожу, у меня постоянно падает бивнилом. Но сейчас почему-то он не выпил. А с третьего сундука кольца падают 100%. О, значит, мне колечко упадет? Ну, не факт, что тебе, но колечко упадет. Третьего всегда падает будет. Нет, не всегда. Если идти по другой траектории, на другие. Нет, там если идти, короче, по другой траектории, то бишь на 4 сундука, то упадут не кольца. То бишь, если третьего босса делать дженалаем, то там падает что-то другое, а кольца там на втором сундуке или на первом. Пошли дальше. Забирайте мобов, гриппа и звезду. Гриппа. Да, я вижу. Все, заливаем трэш и...
Юля, у тебя плащ есть на Редвига? Я не знаю, сейчас посмотрю. Я имею в виду то, что тут вот сейчас падал с первого босса на ред. Блять. Заберите моба, пожалуйста. На ретрика, да, плащ падал. Хороший. Классно. У меня вообще стрёмненький с меткостью. С критом, без хосты. Ну, суть в том, что как бы если он тебе нужен будет, то я даже не буду ролить. Да. Мне все надо на ретрик. Если ты... Мне пофиг, у меня основной спек. Хил, поэтому если тебе нужнее, я даже не это рыпаться. Да, блять, я вот не знаю, есть ли вообще смысл в этом. Ради 9 ловкости, ой, 6 ловкости менять, чмоку. Танки вперед пошли вот в тот трэш, я дам дальше мобов сам приведу. Или нет? Вот все равно кто-то справа зацепит. Ну я уверен, да, что так и будет. Мне, бля, я нихуя не приведу. Крикс, если можешь приведу. Под ШВ, не знаю. Юль, дай фридник. Да. К вам бегу. Сразу прям. Так, на пулевую и Геру, да. Если идти по стенке, больше никто не сад. Ну, это если идти. Ебать. Нет, сами выживайте. Ладно. Фаталити. Просто Берни его. Блять, от чего вы там дох? Бруно срывает. Ебашь еще на пол. У меня маны нет вообще. Я живу тут, блять, от одного косаря маны до другого. Так ты через этого, через змея восстановись. Правда? Ману, там уже. Два так коста. Не рез, не рез, если ты Сирус тут так ханки не резает. Да? Не резает. Ну, короче, Гурыч говорил, что тут неправильно как-то мана резает. Контов с маной проблем. Не, вот, не успеваем на три сундука. Успеваем пока. Ну, блядь, такое. 9 минут нам на боссов требуется. Смотри. Три прожимки. Смотри, допустим, если мы вот отсюда побежим сразу и не будем впереди трэш чистить, то вероятнее всего можем успеть. Юля же, я танка захотаю. Подождите, я танка захотаю и первый трэш побежит на меня. Нет, нет, мы будем делать по-другому. Мы твисю продаем. Как обычно. Там может, же прямо есть... отсюда, слышишь? Да, да, мы отсюда и побежим. А у нее тапок-то хватит добежать? Хватит. Хорошо. Лока поднимите. Раз бегаю, каждый раз, блядь, забываю, куда бежать. Помню, я там в лесенку... Поднимайте Лока сразу, блядь. Лок, вешай на себя СС, как встанешь. Юля, ты сможешь же под баблом дать по нему боб? Могу, я не знаю. Но не знаю, хватит ли моей реакции на это. Хорошо, короче, вот отсюда. Твинси юзает бабл и тапки инженерные и бежит. Агрит на себя всех мобов по моей команде, она даст боб по Локу. Лок, ты знаешь, да, забегаешь там в арку, в это здание, и налево сразу же по стеночке. Да, побежал. Да, да. Юзай тапки и вперед. Они что-то не туда побежали. На кого ты слагал? Давай боб на Лока быстрее. А он заходил все-таки. Лок пробежал, да, все пробежал, заебись. После этого сейчас не тяните время, сейчас сразу все падаем, быстренько встаем, сумонимся кого-то. Блять, ну убей ты меня уж, сука.
Никита, крик с немощный, пиздос. Я сейчас палкой отхуярю. Не, не отхуярю. Ну, блядь, сдохните быстрее. Сейчас, подожди, не вставай. Вставай. Давай ему срез. Кого не зацепит, вставать. Ты одного танка, слышишь? Хуёвый затея. Куда это багает? Два танка. Ну, два танка уже не успевают. Я думаю, и... Блять, ну если он багнется, ну так уже так и так не успеем. Короче, Винар, смотри, вот здесь будешь танчить, босс. Именно вот тут. Тыкните, тыкните. Ну, я так понимаю, в одного, да? Ну, да. И чё там, только рейс забирать, да? Ну, да. А так мы по времени не успеем. Спекайся. Угу. Ставь рыбу, главное. Под сапротом бьём. Ну, тут без разницы. Можно ДД-шмот, флэски. Вот быстрее, быстрее все это делайте. Ставь рыбу. Вот возле кувшинов. С другой стороны шкаф. Ешьте. А кто может сагрить босса без этого трэша? Я заберу. Просто мне кажется, я с трэшем сагрю, но... В смысле? Чё там магрить-то его? А кого ещё? Дальше пройдём, Алис. Дальше пройдём со спины вага. Вот, вот так вот проходи, со спины агри, да. Все. Все ушли оттуда нахуй, только там он находится. Он босс крит. Забирай, подводи под трусы. Все назад, а назад, назад, назад. Босс стоит в трусах. Он кливает. Держу в курсе, все. Разворачивай. По боссу играем. Я скажу, когда Геру. Отверни Алису, пожалуйста. Отверни спиной. Все. Главное автотем, освечитесь, это главное. Давай это убиваем, да, или чё? Кого? Ну тут пет вылазит, по-моему, какой-то. Да. Но я скажу кого. Блять, Володя умер. Пиздос. Он жив. Я его только что резал. Тотем сбейте, чё, блять? Рысь. В рысь сыграли все. Аккуратнее. По черепу. Алиса, держи рысь, никто не играет в босс. Олег, тема на тебе приоритет. Ну, нихуя. Чё, мне хотели даже... Не хотел если даже босса буду, то я попробую. Вот. Боссы переключились. Я скажу, если что, когда где. Что-то мне не анонсит ДБМ, когда вылазит это. Крикс, у тебя появлялись тогда? Нет. Нет? Надеюсь, нам повезло. Вот в чем прикол, походу. Рысь забери быстрее. По рыси все играют. Держи рысь, а не босс. Надо было меня в ТД, а автомат... Ауру, пожалуйста. Так, это вторая кошка, правильно? Да. Вторая. Да, там. У меня опять Володя помер. Забей хуй на него, не смей рез. У босса свечность. Ну это хуёво то, что он умирает. У меня дамаг сильно просаживается.
Последняя рыть, готовься, Лиза. Все, вернулись Геру давай. В рысь? Да. Под Герой. А ты? Я не вижу. Я сломал. Войта, нахуя ты рассекающий? По боссу урон не проходит, все равно все в босса, разверни спиной. Тут он наверх не кинет, как в прошлый раз? Может кинуть, так что осторожно. Можешь отвести чуть-чуть боком и поставь его, ну да. Да. Должны успеть добивать. Молоток откати. Не, мы успеваем, кстати, нормально. Это просто я зажрался, мы обычно сюда с бати 260 плюс ходим. Стойте тут, я... Стойте за трупом. Времени нету. Это, Крикс, подожди, я сам сбегаю, открою. Чёрт, Иван. О, Юля, ебать тебе везет. Я? Правда, я тоже хотел, но у меня... Давай честно паролем. Че, сейчас перед этим пидором паролем, да? Да, давай сейчас паролем, потом сейчас. Я перекур сделал на пару минут. Потом бы уже стали. Мы, может, дойдем сначала, а потом перекурим. Или как там, трэш? Да, давай. Короче, умирайте все. Ура! Встаем, выйдите сразу на улицу, кому надо починиться, там починитесь, потом, блядь, заходите. Где чиниться там? Кто не знает, где чиниться, бежит за трусами. Лучше сразу починит, на всякий случай. О, ЕПшечку, лексику. Хорошо. Это тут будет, короче, это будет РЛ Зуламана. Не, я не буду больше подписывать. Вот тут чинитесь и обратно. Чтоб ты понимал, Крикс, короче, раньше, ну, также можно было убить эту дебилию в одного танка, понял? А после этого, типа, убрали этот бак. И можно было убить только в два танка. Если, короче, что-то там, ну, второй танк не будет забирать эту, ну, рысь, то она будет шотать танк одного. Сейчас, походу, пофиксили. Или просто у нас через жопу все работает. Может быть. Бонзай поменяй свои Т-10 нахуй на Т-4. Ну, это так. Хорошо. Ну, я пока по два бонуса сделал. А можешь привязать мне вары роги и туда ЕП найти? Мне не привязали. Вары к кому? К роги. К маленькому му, дочь самурая, привяжи и ЕП туда перекинь эти 600. Ой, я что-то проебался. Как изначально мы бежали на первый сундук, туда подходим. Войд в танка. Ну, в принципе, на этих двух мобах можешь остаться в ДД. Давай, пулей. Я сам пулю. Чё, хила снести? Да. Ну, вот этих двоих зальем, дальше побежим. Я
Лекс, ты хочешь сказать, что 45-й Т4 лучше, да, чем 64-й Т10? Да. У тебя меньше статов, но зато, ну, блядь, прок от Т4 лучше. То, что ты там крутишь. У меня раньше точно такой же, по сути, как у тебя шмот был. Сейчас как посмотрю еще раз. Короче, у меня, получается, были руки силовые, как, ну, не, понял, да? Сам не, ну руки я кожаные возьму. Был кожаный пояс с первого босса Зуламана. Там РПБ, крит, вся хуйня. И, по сути, 4Т4. И такие же трени, как у тебя, но только вместо этого у меня зеркальце было. Не, Томас, не думаю. А, ну там статов лучше, да, больше будет, но я не думаю, что тебе статы столько ДПС дадут. Не хочешь, собери себе 4Т10, попробуй. Я отсмотрел на коте, по крайней мере, допустим, гер шмотка 77-я и 62-я, там разница в 50 ловкости. Ну да-да, короче, смотри, пан, вешай на себя эту. СС. КД. Сколько КД? Давай зачистим этот ребок. Оху, давайте ребок чистим. Вот этого моба аккуратно пули и вдоль стеночки. По одному мобику. Потому что если мы сейчас побежим без вот этой хуйни заранее проделанной, которую я хотел, мы упадем, блядь, и заново вставать бежать. Не-не-не-не, куда-куда собралась? Так вот, вдоль стены. И аккуратно по правой стеночке, ближе к лестнице, чтоб слева мобу вниз. Прям на мост туда. Да, танк, идите вперед на мост сразу. Ебать, за спину к ним они кливают и всякую хуйню делают. Поцелите, поставьте. Поднимите их наверх, пожалуйста. В принципе, Геру можно было. Не, не надо. А чё ждать? Драгму, дай Геру. У меня маны нет, подожди. Как дамажить? Похуй, вот сейчас давай мне набрал. Меня и кто-то пиздит, пожалуйста, заберите. Моба с трусов. Спасибо. Все. Больно. Да, в целитель справить надо. Сука, на нем бабу. Там тотем просто стоял. Ой. Помянем. Ой. Ой-ой-ой. Не, ну никто не помер, тогда не будем помнить. Как хор мальчиков-зайчиков, да? Ты который в шортиках? Со стропонами. Ладно. Шутка-то уже не смешная. Вы уже не напугаешься, сами просите. Юлька, доставай. А мы же планируем эту гильдию. Как сорезаем? Чё, мы прошли? Да, ты уровень прошел. Сейчас надо другой поднимать. Отлично, левел ап. Когда перекур? Не-не-не, сейчас мы пробежим вот этот трэш там. А может разрома потом? Ну, не-не-не, вот сначала давай. Хай-хай, мне похуй, короче, пусть вы это. Ну давайте, хули, сейчас. Так. Что тут вообще у нас? За ИП, хуй знает. Кольцо, что ли, и все. Да и вообще похуй.
Ну, вообще, типа, без шмоти сундуков, по идее. Так, либо только кольца. Плащ был сундука и кольцо. А что третье было? Палка, да? Ухо на кастера и палочка на ханта. Не на кастера, а на кого? Там палка с духом была? Нет, нет, там крит хаст из ПДМ, а не из кипалачка. Это с босса, а не с сундука. Вон, надо кому дух. На Эльдру, наверное. Давай. Я думаю, на лоха хорошо, да? Чё, в спектр? Так, дайте. Пан, а чё ты себе не берёшь это? Зачем? Думаю, манийский палач лучше. Я тут за ГП вообще ничего не говорю. А, ну и да, в принципе, как-то они ничего не... Ваще. Ну, бля, если за ГП, то ну... Я тоже нов. Ну давай. Вот говнище. Алло, плащ не надо? А, ну, мы оба на оф, поэтому я не знаю. Ну, кидай ролл быстрей. Ехус. Да мне на мейн надо, но я сказал, я не буду за ГП брать. Давай на. Да бери. Юль, забирай, это предбис, плащ на рейд. Ехусу нужней. Нет. Ну ладно, у него хороший план. Да, там за этот, за ОГ. Томас 3. А, 2, да. Если до уже. На молокас я на лока зайду. Ну и на Золджина тоже могу. Кольцо. Хорошее колечко. Кольцо не будешь ролить? Блин. Если надо, то я могу уступить, если тебе надо. Копия серебра кольца. Ну чё, кому? Юля, если надо будет, скажешь, я тебе... А троллейбой с этого падает добра, нет? Сундуков. Он уже не будет. С первых двух. Ну и параша всякая осталась. Без ГП. Более вора, давай сюда. Давай обмен. Такие. Давай обмен, драгон. Не, Томас, там ретрики 4 или 5 шмоток берут, агильные для крита. Типа, допустим. Выпало драгми, да? Ну, не хуёвая, я бы сказал. О, не, это классная пушка. Кстати, на этого паладина её первую забрала отдела. За 800, блядь, 50 ГП, нахуй. Дур. Ты мне скажи, ты кольцо будешь брать или нет? Покажи мне свои колечки, просто у меня 245 и 251. Но у меня свали, смотри, я в гильдулин. Вижу 264 и 268. Тапки вары. На танк. Я думаю, что тебе нужней, потому что у меня все-таки оспек, а у тебя нет. Ну, это ой, кольцо... Ты, давай потом соберешь и мне заберем это колечко без ГП, давай? Не, давай я тебе сейчас его отдам за ГП, а потом себе соберу и заберу. Я тоже не понимаю, зачем ему ходить. Ну, блядь. Отдай твиси на второй спек и все. Я сниму ГП, ну, да. Я ей 10% дам. Если тебе РП надо собирать. Я не знаю, что вы собираете. Я могу РП мешать. Сурвы, я не знаю, зачем тебе кольцо это, если ты возьмешь ЦЛКшное 200. Не забирайте мне в... Все. Что снимаем? У свальки самое, ну, охуенное кольцо. Да, бля, пока я его заберу.
Но у тебя уже есть обычный. У тебя свальки и так есть, тебе только апнукашный. Я проеду. Чё, перекур? До Геровского дойдешь, тебе еще на вар.